здание МГУ, построенное во второй половине 50-х годов, выдержано в стиле сталинского ампира. Да. Одна из семи сталинских высоток в Москве. Thank you.
парке Фили находится главный дом усадьбы Нарышкиных. Вообще, сама усадьба появилась здесь в конце 17 века, но и принадлежала роду Нарышкиных. А Наталья Нарышкина – это вторая жена царя Алексея Михайловича и мама Петра I. Вот. А и данная усадьба принадлежала Нарышкиным до середины 19 века. Затем она часто меняла владельцев, и конкретно данный дом был построен во второй половине 19 века, построен из кирпича. Как видно, на некоторых местах отсутствует штукатурка и хорошо видна кирпичная кладка. А до этого дом был деревянным. Вот, но в последнее время усадьба переживает не лучший свой период в истории.